В марте прошлого года президентом Российской Федерации были утверждены национальный план и национальная стратегия противодействия коррупции. В основе документов – идеи комплексного решения проблемы на законодательном, управленческом и образовательном уровнях. Время доказало, что только сверху, только усилиями власти эту задачу не решить. Око народа в этом процессе – необходимая составляющая. На заседании Совета Оренбургской общественной палаты вопрос об эффективности проводимых антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики оказался в центре внимания. Встречу открыл председатель общественной палаты Александр Костенюк. В своем выступлении он подчеркнул, что сложность ситуации заключается в том, что коррупция в нашей стране, к сожалению, является органической частью политико-административной и экономической системы государства. Коррупция – это серьезная болезнь, я бы сказал, в целом нашего общества в стране. Народ возмущает то, что не последует за разоблачениями ответственность, мера ответственности, привлечение к ответственности. Вот это вот возмущает. Правительством области предприняты достаточно серьезные шаги, и прежде всего это антикоррупционные целевые программы в сфере госзакупок, кадров, образования, здравоохранения, а также банковском деле. Но бороться со злом можно только объединив усилия, и здесь слабым звеном является, как оказалось, гражданское сообщество. Поэтому, наверное, и вынесен вопрос этот на Совет Общественной палаты, чтобы каким-то образом активизировать работу общественности и наладить более тесное взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества. Мы решили вот сегодня обсудить эту проблему, вот, посмотреть, с какой стороны подойти к решению этой проблемы, ну и, конечно, привлечь основные массы народа. Надо, чтобы народ занимался проблемой коррупции. Для воссоздания более точной картины члены Общественной палаты Оренбургской области решили провести социологический опрос, для чего обратились к профессионалам Центру социально-политических и маркетинговых исследований «Индикатор». По результатам оценки наиболее коррумпированными государственными и общественными институтами являются: власть на местах считают 65% опрошенных, правоохранительные органы 58%, судебная система 41%, медицина и образование 37%, военкоматы 31%, федеральная власть, правительство и крупный бизнес 28%. Опрошенные пояснили и основные причины коррупции. Аморальность, жадность чиновников и бизнесменов. Неэффективность государства, несовершенство законов. То, что коррупция существует, и об этом сегодня говорят на всех уровнях, и даже говорят, что уровень коррупции сегодня очень серьезно мешает развитию в целом государства. Это проблема системная, я думаю, что большая часть населения со мной согласится. И решение должно быть тоже системное. То есть должен быть честный, четкий разговор между правительством, гражданским обществом. К сожалению, коррупциогенные факторы в нашем обществе, в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, социальных учреждений, бизнес-сообщества присутствуют. И государство сейчас выстраивает систему борьбы с коррупцией, прежде всего систему законодательную, систему, которая бы ставила законодательные барьеры и в части принятия решений органами власти, и в части создания достойных условий для деятельности. Так с чего начать? Участники совещания предложили, необходимо прежде всего сформировать корпус региональных экспертов по обозначенной проблеме. Чем шире эксперты сюда подключатся, тем эффективнее будет решена эта проблема. Задача вот наша сегодня, как органов и представительной власти, и исполнительной власти, я сегодня представляю, как город Оренбург здесь, что каждый документ, который принимается сегодня на уровне Оренбургского городского совета депутатов, обязательно проходит на антикоррупционное согласование с органами прокуратуры города Оренбурга. Следующим реальным шагом в искоренении зла члены общественной палаты называют открытие приемной, задача которой должна заключаться в повышении правовой грамотности людей, формировании в обществе идеи, основанной на неприязни к коррупции, а также целой сети центров бесплатной юридической и социальной помощи населению.
Я всегда был уверен, что борьба с коррупцией – это еще и работа идеологическая. Должна быть создана атмосфера нетерпимости. Должны быть определены жизненные цели и приоритеты. Приоритеты не в виде наживы, не в виде там, получения прибыли любой ценой. И все. Вот именно то, что вот это сидит в головах, это и порождает потом коррупционные проявления. Должна быть, вот то, о чем говорит президент Российской Федерации, должна быть найдена национальная идея, которая не заключается вот только, или в корысти не заключается, которая не заключается только в получении материальных благ. Вот тогда мы будем говорить о реальной борьбе с коррупцией и о реальной победе над ней.